здравствуйте. Я хочу попросить у вас телефон позвонить. Мне очень маме надо, пожалуйста. У меня батарейка села. Да, пожалуйста, без проблем. Спасибо. Алло. Мам, слушай, у меня такая проблема. Я в Дубае сейчас нахожусь, и у меня как бы, ну, нету сумки, я потеряла ее, и у меня телефон сел, и мне негде жить, и я очень хочу есть. В общем, у меня такая большая проблема. Помоги, пожалуйста. А, нет, мам, все хорошо. Да нет, я сама разберусь. Мам, я тебя люблю. Угу, пока. Спасибо. Пожалуйста. Постой. Послушал твой разговор, может, у тебя проблема, нужна помощь. Ну да, у меня я сумку потеряла, у меня здесь никого нет, я вообще никого не знаю, я одна. Я могу тебе предложить там дома у нас с женой переночевать сегодня или обед тебе оплатить. Вы меня не знаете, вам... Да, не проблема никакая. Ну, если вы мне поможете, я буду очень признательна вам. Пойдем, мои друзья покормят здесь крутое кафе. Спасибо большое. Пойдем. Спасибо.